Так, тихо-тихо, куда инвестировать 100 рублей и нести след начинающих? Всем привет, меня зовут Макс Риск. Это маленькая сумма, чем 1000. Я записываю видеоролик, куда вложить 1000 рублей. Это легче, это можно сразу в крипту вложить. И куда вложить 100 рублей? То есть, в долларах это 2 доллара. Вы не купите акции. И в Украине вы не купите. Там нужно очень много денег. 100 тысяч гривен. Хотя бы на 90 штук. В России одна штука стоит 20 долларов. Там компания. В Украине подороже. Для идеальных людей или чего происходит, не знаю. Может там как-то настроено. В общем, 100 рублей вы не можете инвестировать в акции, но вы сможете открыть... А вы сможете открыть депозит? Ну, это мало денег. Вы сможете инвестировать в себя, что самое рекомендуется. Ну, это такое. Так, куда инвестировать 100 рублей? Желательно откладывать деньги. Но если вы не хотите откладывать деньги, вы хотите инвестировать. Я бы рекомендовал вам подождать хотя бы еще 9 раз. У вас уже будет 1000 рублей, сможете инвестировать в криптовалюту. Почему? Потому что много миллионеров инвестируют туда, значит можно, пока есть время. Можно, ну, криптовалюта говорят будущее, так что инвестируйте. Если хватит вам 100 рублей, если не хватит, то трейдинг, можно заняться трейдингом. Сначала изучите это все дело, буквально неделю. И там построить график 7 дней палочек, там, потом каждой палочкой какой уровень прошел, и через 7 дней посмотрите. Если у вас в палочке хотя бы 30 штук, это значит 3 раза вы изучили тему. Ой, это 10 дней получается. Так, получается 3 палочки и 7 дней.